значит, есть возможность по русификации данных магнитол. Это моделька у нас AV312 GMDG. Соответственно, что у нас по русёшке? Полная русификация по меню. Ну, в общем, все на русском языке. Информация о системе. Так, что мы дальше можем показать? По медиа через пункт меню можно любое выбрать. Надо нам MP3, соответственно, MP3. Надо, соответственно, Bluetooth. Соответственно, через Bluetooth. Если какие-то файлы присутствуют, соответственно, иконки активные. Клавиша подключения по Bluetooth, телефон. Все на русском абсолютно. То есть, если у кого-то корейская моделька, есть возможность сделать русификацию. Также отдельно хочу сказать по навигации. Есть возможность сделать сразу с навигацией. Все это функционирует. Сейчас я вам покажу по спутникам. Так, давайте выйдем сюда. Спутники тоже работают, все определяется. То есть на данном моменте можем воспользоваться такой услугой, как русификатор. Значит, это магнитола чисток корейская. Значит, собрана она на двух платах. Производитель Mobis. И собрана достаточно интереснее, чем MTX-900T. Ну или DM, неважно. Короче, смысл в чем? Здесь очень богатые настройки по звуку, по дисплею. То есть есть регулировка автоматический день-ночь, есть регулировка яркости, в отличие от DM-овской. Ну, там со свежей прошивкой они это убрали. Есть настройки по DVD, по Bluetooth, по навигации очень много настроек, по часам, что нету в 900DM. Заставку можно изменить родную на какую-либо свою, клавиатура, тип 1, тип 2. Язык русский, корейский, обновление системы, соответственно, через меню с помощью карточки памяти. Можно выключить дисплей. Так, включаем. Дальше по меню FM настройкам картинка такая более симпатичная. Дальше по DM это у нас, соответственно, телевидение. Тут без антенны, соответственно, работать не будет. По медиа двойным кликом мы выходим вот в такое меню. И здесь уже выбираем то, что у нас подключено. Bluetooth, USB, музыка и так далее. Телефон, соответственно. Красиво сделано все вот это оформление. Ну и навигация на Viettel, она работает через разъем SD. Карточки туда загружаются, в отличие от 900XM, которая у нас устанавливается на внутреннюю память. Информация о, так, это о самой системе UVO, GPS, диагностика ТС. То есть можно сразу сделать диагностику на автомобиле, я так понимаю, пока ничего не работает. В общем, значительно интереснее магнитола, нежели те, которые у нас пытаются заменить DM-овские магнитолы, так как у них там беда с процессорами. То есть вот, для тех, кто хочет остаться в штатной системе и сильно не переплачивать, я думаю, на разборке можно найти достойный вариант маркировки по жопе, соответственно, те же самые разъемы.